Серьезная авария произошла в первый же день гонок ралли в Финляндии. Саудовско-британский экипаж не справился с управлением на относительно прямом участке трассы. Внешне, конечно, выглядит жутковато. К счастью, в этой аварии никто не пострадал. Гонщик из Саудовской Аравии Езид Аль-Раджи и его напарник, британец Майкл Ор, отделались всего лишь легким испугом. Они даже сумели продолжить гонку. Зрители подоспели к перевернутой машине и помогли экипажу вернуть автомобиль на трассу.